Жареная картошечка, да, с лучком. Режем картофель полукольцами тонко, обжариваем на разогретом масле. Добавляем, когда уже картофель обжарился, лук. Добавили лучок. Сверху сразу присыпаем солью. Перемешиваем хорошенечко. Накрываем крышечкой. Минутка проходит. Крышку снимаем, дожариваем, кому хочется. Некоторые добавляют сейчас еще чеснок. Я не люблю. Поэтому как вам нравится. Воля, наша картошечка готова. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.